Да, пришли. Ну так, ребята, все. 1637. 1637 рублей нам вернулось. Ну так, давайте сегодня разберем двойной кэшбэк, как мы экономим на покупках. Вот. Значит, вот этот код выделяем. Ctrl-C. Ctrl-C нажали. Выделили. Вот. Теперь переходим в сад. У меня Google Chrome стоит. Поставлено приложение вот. Вот приложение поставлено. Поэтому те сайты с недоверительными у нас все отсекаются. Вот. Переходим, значит, на почту у нас, где хэтчбэк все хранится. Тут, то есть, мои установки все сохранены. От Google я зарегистрировался. То есть, все пароли у меня тут, все как бы тут находится. Вот. Переходим. Вот статистику можете мою посмотреть. Видите, я тут телефоны заказывал. Вот, телефон не обработано. Сертификаты вам возвращаются сразу. На $10 сертификат возвращается. Вот. Теперь, значит, чтобы активировать нам тот промокод, заходим, вот нажимаем сюда. Промокод. Вот. Нажали. Заходим. Вот активация промокодов. Вставляем промокод и проверяем его. На 14% мне не удалось там выиграть. Там, короче, ладно, это другая история. 9%. Вот. Все, активируем его. Код успешно активирован. В течение 3 дней. Эти коды используйте, когда будете совершать только крупные покупки. Вот. У меня крупная покупка, надо было использовать 10.5 и EPN Best 2000, он у меня. Но он истек в течение 7 дней. Видите, я не... Ну, я успел под него телефончик купить, но двойной сертификат не... Сертификаты не использовал при покупке. Поэтому у меня двойного хэтчбека не получилось. Все. Код успешно активирован. Теперь нам надо перейти на AliExpress. Ну, тут можно разные, можно отсюда перейти. Ну, мы просто перейдем, давайте сделаем. Вот у меня, как бы, у подруги, короче, мы общаемся тут с ней. Вот, подруги я насбрасывал, то есть, или можешь создать еще какую-то. Ну, в общем, на AliExpress мы перейдем именно по телефону. То есть, ссылка на телефон. Вот. И почему я именно этот телефон выбрал? Потому что у него топовый нанотехпроцесс, топовый процесс стоит по техпроцессу, топовый видеопроцессор, топовый процессор стоит. Вот телефончик. Что мы видим? Вот видим EPN, у нас поставлено расширение EPN, вот она, 7%. Вот, но мы активировали на 9, поэтому сейчас нажимаем, у нас должно появиться вот примерно возврат денег 9%. Вот. Чтобы активировать, мы должны нажать клавишу активировать. Но нам это, мы используем двойной кэшбэк, поэтому нам это делать не нужно. Поэтому мы что делаем? Мы сначала закупаем сертификаты. Вот. Сертификаты, как мы? То есть вот эти вкладочки все закроем. Вот, опять к нашему начальному ВКонтакте. Вот моя страница. Можете посмотреть. Добавляйтесь в друзья, всех приму. Подписчики не переведу, так что все добавляйтесь, давайте наращивать как бы свою, всем что надо помогу. Вот, Дима Яковлев 74, вот, Дмитрий Яковлев, Красноярск, СИБ БТУ 96, чтобы видели. Добавляйтесь, друзья, обязательно добавляйтесь, чем больше друзей, тем сильнее мы становимся. И я вас добавлю всех, никому, короче, отказ не дам. Так, сертификаты, значит, покупаем, сертификаты. Значит, нам надо опять, у нас, видите, вкладочки, то есть все мои закладки, все это у меня сохраняется из-за того, что у меня установлено, ну, это как бы другая. Опять к кэшбэку переходим, статистика. Статистики. Ну, у нас статистика, она получается вылетает. Партнерская программа, вот видите, у меня 7 пользователей. Это у меня племянник, дочка, подруги, короче, вот все, и они сделали покупки, и мне с этих денег как бы можно зарабатывать на кэшбэке. Ну вот, понятно. Так, дальше, значит, что делаем? Специальное приложение переходим. Пришли в специальное приложение и выбираем сертификаты. Сертификаты. Вот, сертификаты, видите, $10. Вот он, сертификат $10.
Вот четко видно. 10 долларов сертификат. 10 долларов. Так, выбираем его. И нажимаем клавишу купить с кэшбэк. EPN BZ я использую. Ну, ссылочки все будут, короче, внизу. Вот как вы можете все полностью ссылки вот под описанием этого видео. Вот. Нажимаем купить. Ссылка еще крутится. Ну вот видите, как бы все четко прошло. Ну, для того, чтобы купить кэшбэк 10. Видите, 10% у меня кэшбэк. По специальных предложениях. У меня 10% будет на сертификат. Хотя вот тут у меня 7 написано. Видите? Тут нажму, у меня будет 9. Еще раз подстрахуемся вот отсюда, именно с этого сайта, что этот именно EPNBS привел нас сюда. Вот, все, нажимаем клавишу купить сейчас. Вот подарочный сертификат 601. А как нам проверить, что курс доллара, да, курс. Давайте посмотрим, сколько курс доллара по ЦБ. Надо. Ну вот. Что надо? Курс валют. Лучший курс обмена. И что получается? Получается у нас курс, видите? Рамблер. Рамблер. Так, вот, видите, курс. Постепенно у нас падает. И сегодня у нас, посмотрим, давайте число, 15 февраля, курс 57, а нам там даются за 60, за 61. Вчера куда приносили? Курс продажи, ну 51, ну нам выгодно, видите, 57. Так что не надо говорить, что курсы там неправильно. Вот мы курс просмотрели, давайте еще. Так, на Форекс, курс доллара на Форекс посмотрим. Вот, 57, видите? А нам там дают за этот 600, за по 60, видите? Тут даже курс еще получается выше 60. Все, оплата и виза, вот, 10.47, подтверждаем оплату. Ну вот давайте маленько теперь разберемся четко. Вот, то есть у нас тут кэшбэк. Вот, перешли мы по вкладке, нашли купить с кэшбэком. Вот, то есть смотрите, что происходит. Мы покупаем. Вот, то есть курс доллара будет у нас в калькуляторе. Вот, 60 рублей 18 копеек. Вот. Наберем теперь курс доллара, который есть. Курс доллара. Вот, 57.084. Вот. Теперь на калькуляторе, вот, посчитаем. Вот, 60.18 копеек. Вычесть курс доллара 57.08. Получаем. Вот 3.1 разница на 3 рубля одну. Теперь посчитаем, сколько мы проигрываем. То есть нам нужно курс доллара 57.01.08 разделить на 100, на вот 0.5708, это будет на 1%. Вот, и там получалось примерно 3.1 разделить на 0.5801, получаем
5,34%, видите? То есть мы теряем на курсе валют. А тут у нас подарочный сертификат дает нам вот информация. Купить с кэшбэком 10. То есть, смотрите, на курсе валют у нас 10% это съедается. То есть, бы, если мы телефон бы вот этот купили непосредственно сообщение. Телефон, смотрите. Сейчас телефончик откроем. Телефон. Перейти в новой вкладке. Вот. Вот. Мы бы точно заплатили 17,152. А сертификат мы получим. Как бы берем сертификат и потом на него берем. То есть у нас получается переплата на 5%. Но кэшбэк на тот у нас. То есть у нас получается не полностью мы двойной кэшбэк используем. И учитывая с курсами валют. То есть получается как бы не два раза, а полтора раза. Потому что мы тут на калькуляторе с вами разницу долларовую посчитали. Вот. Ну, не важно. Суть будет теперь о том, как мы выиграем хотя бы вот эти 5%, которые нам дает кэшбэк. Вот этот. То есть мы с вами все определились. Так, вот смотрим теперь. Курс доллара 57,08, а мы покупаем подарочный за 601. То есть у вас получается не двойной кэшбэк. То есть, если мы купим по десятке в специальном предложении, ну вот, по 10, даже с по десятке. Так, видите, вот надо войти опять. Сертификаты находятся в специальное предложение. Вот. Потому что, чтобы иметь хорошую скидку, вот сертификаты, вот давайте еще. Вот. С кэшбэк будет 10. То есть, а тут разница получается. Он у нас как бы в специальных предложениях купить с кэшбэком. Переходим. Вот. Сейчас вот курс, это было 601 вечером. Утром, вечером. Вот, 591. А на данный момент курс 57. То есть примерно 5%. То есть у вас, сами посудите, у вас как бы с кэшбэком, который вы купите, кэшбэк 10%, отнимите разницу в курсах валют. Если, конечно, тут будет не 591, а, например, когда курс начнет повышаться, доллара будет, а тут, например, 63, тогда вы еще двойные. То есть у вас может так получиться, что от влияния курса, когда вы покупаете сертификат, может получиться и обратное. То есть у вас кэшбэк может даже быть и не 10, а 13. Вот на данном случае мы покупаем 501, мы проигрываем как бы за счет разницы курсов на Алиэкспресс и официального Центробанка курсом. Мы проигрываем где-то, по калькулятору мы посчитали, проигрываем 6%. То есть у нас кэшбэк получится не двойной, а всего останется 4% от сертификата. Вот. Так, для продолжения учитывайте, чтобы получить партнерскую программу, вы должны кэшбэк использовать, чтобы вот эта штука, вот 3.29, вы должны войти именно под партнера. То есть не в Алиэкспресс, а в кэшбэк под партнера. Вот. Как мы это делаем? Мы отсюда, значит, должны выходим. И моим партнером является моя сожительница. Потому что нельзя... Любимая бы хоть бы сказала. Вот, забыли пароль. Восстановление пароля. Восстанавливаем пароль. Восстановить. Восстанавливаем пароль. Так, вот. Зашли под своего реферала. Вот видите, под реферала. Давайте посмотрим, что у реферала у него есть. Что у него в партнерской программе. Привлечено один, кто-то подписан на него. Его и реферал, моего реферала ничего не похвал, доход в обработке. Так, так, статистику давайте посмотрим. Ну вот статистика, видите, 4, вот, $67, это видеокамеру взяли, вот у реферала. То есть сейчас мой реферал сделает покупку,
мы телефон за 18 тысяч купим, и ему придет хэтчбэк, и мне по партнерке все отразится. Потом посмотрим, как у меня отразится это все дело. Так, теперь, значит, мы должны перейти от реферала моего специальное предложение. Переходим в специальное предложение. Эти все связочки мы закрываем. Курс доллара мы с вами определились. Переходим к покупке сертификатов. Вот. По 10 сертификат. Купить с кэшбэком. Так, видим 591. Вот мы его покупаем, это курс доллара на AliExpress. И давайте посмотрим курс доллара от Центробанка. Вот видим. На данный момент у нас вот составляет 59, видим, да? 59. А мы покупаем его тут за 5.91. Ну, примерно так. Так оно почему-то, смотри, тут 59. Да, вот сейчас действительно мы покупаем примерно по одной цене. Утром у нас была другая цена, поэтому если бы мы купили утром, нам вечером выгоднее покупать. Тут еще тейдерская, вот. ЦБ уберем. Так, оставим курс доллара. Просто курс доллара. Так, вот эту ссылочку нажмем. 57. Все-таки видим 57. Курс доллара у нас 57. А мы его покупаем за 59. То есть у нас кэшбэк будет не 10, но где-то в пределах 7%. Вот. То есть двойной хэтчбэк, чтобы именно на 100, на 100% не... Ну ладно, не важно, все, с этим уже определились. До свидос. Все, купить с кэшбэком. Так, купить сейчас нажимаем. Тут у меня другие полезли, 5 нам не устраивает. Мы с кэшбэком, вот. Почему-то опять ты поменяла этот. Опять под меня лег этот AliExpress. Тут определяйте сразу, AliExpress тоже должен быть под вашим. Так, мы выходим, и под нашим рефералом должно все быть. Сожитель. Ну, либо сожитель, или реферал одно и то же. Главное, не родственник. Мы законы не собрались тут нарушать. Ну вот. И вот под моим рефералом заходим. Чтобы не было недоразумений, под рефералом зашли. И еще раз зайдем от... Начнем отсюда. Купить с 10%. Так, тут 10-долларовые рекомендуют использовать, мы будем по десяточке выбирать. Ну, сейчас посмотрим примерно, сколько это у нас займет времени, набрать на 18 тысяч по 10 долларам. Вот, 591 нам примерно там, сколько будет, 591, 2, это, ну, примерно 36 раз это надо будет все купить. Так, подтвердить, что мы делаем. Что, подтверждаю, да? Оплата с карты, виза, сбербанковская виза. С этой, да, карты покупаем? Угу. Так, мы все под тобой, все, и там, кэшбэк я десятку забрал, все правильно сделал. Итак, номер карты. Номер карты мы сейчас откроем. У тебя уже написано все, не надо ничего, все подтвердить. Подтвердить? А, нет. Ну я, что ты меня сбиваешь-то? А зачем? Мой номер, короче, карты находится здесь, сейчас я знаю. Так, кэшбэк. Кэшбэк Дмитрий Яков. Так, переходим по ссылке. Кэшбэк Дмитрий Яков. Так, и смотрим. Прямая трансляция нам не надо. Трансляция вот тут он находится. Двойной кэшбэк. Вот. И вот тут в описании мой номер карты. Вот, виза мой номер карты. Берем его. Тут можете, короче, под этим видео двойной кэшбэк. Двойной кэшбэк находится. Ссылки. Ссылочки давайте сейчас мы просто пробежимся, так чтобы вот эту номер карты выделим. И двойной кэшбэк от Дмитрия Якова.
Вот, ссылочки посмотрим. Можете зарегистрироваться, чтобы... То есть вот тут. Вот ссылочки. Вот по этим ссылкам можете произвести, выйти на, короче, на кэшбэк, чтобы там покупать именно. Можете зайти по этой ссылке. Вот, например, мы как смотрим, открыть новые вкладки. Вот, заходим сюда. Вот. Тут регистрируемся. Давайте другую. Вот все к нам на Land. Вот, вот по этой ссылочке. Вот самое лучшее. То есть под моими видео есть ссылки, вот по ним вы можете просто перейти, короче, ну, естественно, и зарегистрироваться, чтобы получать кэшбэк, как получаю я. Ну вот, присоединиться, если вы нажимаете присоединяться, вот видите, 10,5, о, видите, 10,5 есть. Нет, нет, вот присоединиться, видишь, 10,5. Ну, а в принципе, 10,5, да, процентов, ну, мы посмотрим. Да, 10,5 мы будем использовать, Гали. Смотрите, угу. Все к нам. А как мы 10,5 использовать? Мы у тебя не можем его использовать. Ну, ну давайте проверим. Этот промокод выделим, Ctrl-C, Ctrl-C, и перейдем к моему рефералу. То есть вот тут сертификата нам вот на эту сюда. И промокод. Вводим промокод. Активировать. Активировать. Код был уже, вот 7 дней, раз в году за 7 дней мы уже пропустили. Вот он, код у нас был активирован. Моему рефералу как бы не мог. Можно еще, у моей сожительницы есть дочка. И она является моей дочкой. Вот. И можем, конечно, использовать дочку. Дочка моего сожителя. Дочка моя дочка. Вот. То есть, ну, понятно, вот такую можно схему и изобрести. Ну, 10,5 и 9%, ну, мы сейчас это обсудим, но пока что так. Сейчас это обсудим, может быть, еще придется все и на AliExpress, и вот тут зайти по-другому. То есть, мы вот тут поняли. Кэшбэк набираете, Дмитрий Яков. Открываете не прямую трансляцию, а двойной кэшбэк, вот, от Дмитрия Яковлева. У вас высветится вот такая, значит, вот. Двойной кэшбэк 28%, как использовать подарочные сертификаты. Можно вот эту фразу набрать. Вот, у вас высветится, вот, набираете на Land акции все к нам. Вот. Переходите по этой ссылке, вот, и смотрите, что получаете. Вы получаете кэшбэк с промокодом 10,5%. Ну, учитывайте. Тут, то есть, с кэшбэком надо все делать так и проворачивать, как в шахматах. Все продумано. В течение 7 дней надо его использовать. То есть вы собрались, например, телефон, машину в AliExpress покупать. На самые крупные покупки в течение 7 дней, которые вы будете совершать в раз в году, вы можете зайти, по, вот как я вам указал, и использовать вот этот кэшбэк 10,5. Вот. И на двойном кэшбэке, купив сертификат, и 10,5 еще, и по партнерке вам достанется примерно 24%. Вы меня должны понять. Вот. То есть мы поняли, раз у моего реферала эта ссылка использована, но у моего реферала есть еще один сожитель, у моего сожителя есть еще один сожитель, то есть чтобы как бы жить дружно, мы все решили, то есть зайти под аккаунт этого сожителя, вот. То есть все понятно, я как правильно, родственные связи тут нельзя использовать. Все, раз есть 10,5, мы, то есть, на реферала, моего реферала переходим. Все вкладочки закрываем. Делаем маленький досвидосик. Кэшбэки вот эти, двойной кэшбэк оставляем. Это тоже мы закрываем все. И по специальной вкладке, то есть, тут надо у моего партнера, вот партнерской программе, вот это единственное нас интересует. У моего партнера, после вот этого, по партнерке, от моего реферала останутся. То есть на Канга, вот это тут, после покупки телефона, будет и статистику посмотрим его. Видите, реферальную. Все. Так, значит, все, делаем выйти. На реферала, моего реферала выходим. Вот. Теперь тут вход пишем. Ну, извините, сейчас я наберу вот это все. То есть набираем на английский. Переходим. На английский надо перейти. Shift Alt U
Ну, сейчас я наберу все, в дальнейшем тут и пароль введу. В общем, тут все будет понятно. Так, все, теперь смотрим. Зашли у Алина 90. Профиль реферал моего реферала. Посмотрим, партнерская программа у них, кто приглашенный. Ноль, видим, у нее рефералов нету. Статистику посмотрим. Статистика у нее пока нулевая. Статистики, видишь, статистика в магазине пуста. Все. Теперь мы, значит, переходим и начинаем покупать Нет. Мы сначала должны активировать кэшбэк двойной. Двойной. По этой ссылочке, где мое видео, двойной кэшбэк от Дмитрия Якова. Вот. Кэшбэк Дмитрий Яков. Вот эту. Двойной кэшбэк 28%. Вот. Используем на ленд акции все к нам. Вот. Открываем. Право нажимаем. Открываем новые вкладочки. Вот. Акцию. Вот. Теперь этот промокод выделяем. 10,5%. Ctrl-C. Копируем его в буфер обмена. Осталось акции 200. Ну, я вам уже сказал, что перед большой покупкой только машину, либо телефон. На всякие фантики, там сладости, смысла нету расходоваться. Вот. И теперь заходим в промокод. Видим у реферала этого у нашего промокод. Вставляем, проверяем. Видим, ставка меняется на 7 дней. На 7 дней. То есть раз в году на 7, 10, 10 и 5. Активируем. Код успешно активирован. То есть у нас расширение, вот оно. Вот, видите, галочка поставлена, расширение. Галочка. Тут будет. Ну, вот. Теперь переходим к сертификатам. Специальное предложение. Так, открываем теперь. Вот тут выскакивает окошко вот такое, нам не нужно. Сертификаты ищем. Вот сертификат. Вот. Купить с кэшбэком 10,5%. Но у нас не 10,5, нам надо вот сейчас появится 9%, почему-то появилось. У нас 10,5 должно. 9%. Будем ждать, пока не будет 10,5. Тут должно быть у нас 10,5, потому что мы кэшбэк активировали. А вот тут, видите, расширение. Нам надо выйти отсюда. Разлогинены. Вот. И тут надо ввести моего логина. Опять же, вот тут ввести. То есть под расширением, чтобы я использовал кэшбэк 10,5 моего реферала, в расширении вы должны тоже залогиниться под именем реферала. Вот так. Пока отключим. Так, ну теперь видите. В расширении мы залогинились, видишь. Активировать 10,5. Теперь мы все с вами правильно сделали. И тут, и там вошли. Все это дело мы теперь закрываем. То есть 10,5 мы увидели, как промокод активировать. Все это дело теперь закрываем. Все полностью. Вкладочки все закрыли. Так, полностью все вкладочки закрыли. Вот. Так, и эту даже вкладочку нет. На этой надо открыть вкладочку кэшбэк. 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 Статистика. Статистика у нас у нашего реферала пустая. Ну вот, переходим к сертификатам. Специальное предложение. Так, вот это окошко у них постоянно выскакивает. Это у них какое-то, я не знаю, сделали бы включить, не отключить. Ничего себе стоит этот. Ну ладно, это все. По 10 активируем. Вот. Купить с кэшбэком. Купить с кэшбэком 10,5. Ну, в принципе, нам просто можно на Алиэкспресс зайти и просто и там поискать. Давайте просто, чтобы не было десятка с нашей, не спорила 10,5, мы Алиэкспресс наберем. Вот, зайдем на Алиэкспресс. На Алиэкспресс зайдем. Вот, зашли на Алиэкспресс, эту ссылочку удаляем, информацию тоже, вот, и теперь нам нужно найти сертификаты, вот, так, этот у нас используется реферальная ссылка, то есть там все, а тут мы, вот, то есть мы в мой Алиэкспресс ходим,
И теперь смотрим. Что-то тут у нас все по-нерусски. Управление отзывами. Мои купоны давайте посмотрим. Мои подарочные сертификаты. Вот. Мои подарочные сертификаты. У нас, видим, один сертификат купленный. И он 10 долларов. Вот. В русскую версию все-таки надо зайти. И мне это не нравится. Давайте. Ну вот, зайдем вот так. То есть по-русски там была не русская версия. Вот. Мои купоны выберем. Мои подарочные сертификаты. Сейчас видно все. Вот история. То есть у нас 10 долларов не израсходованных. Задумал я себе вот такой фонарик купить. Он, значит, на солнечных батареях стоит всего 633 рубля. Вот. 1200 люмен, короче, для охоты, рыбаку, фишинг для охоты, ночных прогулок, альпинизма и кемпинг, то есть для отдыхающих. Светодиоды, 10-ваттный, флеш, ударопрочной функции. Вот, можно посмотреть, видите, то есть до палаток, пока едете, он подзаряжается. Вот это солнечная батарея у него. Так, и удобная переноска, выдвижение, вот. Когда выдвигаете, он светит. Можно подзаревать, только нельзя. Apple-ский на iOS нельзя подзаряжать, а так сотового телефона можно подзаряжать. Когда идет зарядка, светится лампочка. Заряд, короче, от батареи тоже. И два, по-моему, как я понимаю, два аккумулятора вставляются и светит. Вот, видите, и сбок, и так можно светит. Светит просто как настольная лампа, достаточно. То есть для лучения рыбы, я думаю, пойдет 10 тысяч часов. Ну, неважно, мы, короче, видим, и опять же, он ночью светит, пока едем. Короче, хороший, весь сертификаты все заполнены, будем его покупать. Вот этот фонарик. Ссылку на фонарик можете, я положу вниз, можете потом это. Все. Тут, значит, будем покупать на моего реферала. Но ссылка реферал, чтобы заполучить партнерскую программу. Вот. Теперь, значит, мы что делаем? Активируем кэшбэк, активируем 10.5 кэшбэк. Активировали. Тут не забываем, если вот эти вы не проставите, у вас потом просто вы не купите, напишет, что такого товара нету. Выбираем испускаемый свет и цвет корпуса. Вот, не забываем. Купить сейчас. Купить сейчас. Вот, Кандария Галина Федоровна, ну, Енисейская, вы это можете не смотреть. И тут у нас указывается оплата. Надо оплата виза. И использовать карту. Но нам нужно тут отредактировать будет. У нас же есть использовать другую карту. А вот редактировать. Вот редактировать нажимаем обязательно. Вот. И вот тут у нас должна... А у тебя-то, Галя, этих-то сертификатов уже нету, да? Сертификаты у тебя не куплены же, да? Ну, раз нету сертификатов, идем покупать сертификаты. Вот. Теперь, значит, что нам надо? Мои купоны нажать. В AliExpress. Мои подарочные сертификаты. Вот. Где и смотрим сертификаты. Хоть у нас 10.5, ну, это у нас будет за счет курса валют где-то будет 7%. Это уже просмотрели. Мои подарочные сертификаты. Бай купить. Сертификаты нажимаем. Вот, купить сертификаты по 10 долларов. Бай, теперь купить теперь. Ну вот, 591 рубль нам зачислят. Вот, мы должны использовать кэшбэк. Активируем кэшбэк. Все, кэшбэк у нас активировался. Теперь купить не забываем, потому что нам много их будет привезти. Вот, виза. Подтвердить и оплатить. Подтвердить. Так, номер карточки, значит, мы искали в прошлый раз с вами. Номер карточки находится. Значит, кэшбэк. В гуглике, наверное, Дмитрий Яковлев. Дмитрий Яков, кэшбэк. Вот, и тут смотрим. Мою карточку можете посмотреть. Двойной кэшбэк использовать, как использовать подарочные сертификаты.
То есть посылка под описанием, вот она будет. Вот она. Вот Visa, Сбербанк. Нам нужна именно карточка. Внизу. Под этим видео тоже будет, короче. Вот это все описание. На фонарик, на все вот это, как для покупки. Внизу видео просмотрите. Внизу видео просмотрите. Так. Все, переходим. Карточку взяли мы. Так. Вот тут номер карты вставляем. И подтверждаем. Галь пишет неправильный номер карты. У вас осталось две попытки. Извините, пробел еще вставил один. Значит, пробел убираем и подтверждаем. Одна попытка осталась. Все правильно, да? Ну, вроде да. Ну, куда ты покажешь мой этот? Что тут пишет? Кому камера же снимает? А я вручную убили, вот тогда номер заказа прошел. Если Ctrl-C, Ctrl-V у вас. Ну вот, видите, что написали. Мои апелляции. Хотя номер карты, вот, смотрите, номер карты. Вот, проверьте. Не надо. Чего не видно? 42-76-31-00-10-37-10-47. Ну, значит, что-то не тот сделал. Ладно, будем тогда использовать на свою страницу, купим. Ладно, тогда Алиэкспресс. Но мы же оплату не провели. Я теперь не смогу провести ничего. Ну, оспаривай. Теперь документы надо... Да, теперь выходим, значит, от Галины. Спасибо. Надо же, столько лет я этим пользовалась. Взял за один раз, все испортил. Войти нажимаем. Под Димой входим. Под Димой вошли. Вот. Теперь, значит, нам нужно сертификаты. Перейти к сертификатам. Мои заказы. Так, мои купоны. Ну вот, видите, даже 10 долларов она не пропустила. Вот у нас один сертификат есть. И на нем осталось вот 0,97. Израсходовано. А в феврале потрачено было 0,97. Вот. И остаток 9,03. Мы должны купить сертификат. Вот. Buy, купить сертификат. Переходим на страницу. Вот. Переходим к покупке сертификата. Нажимаем buy, купить теперь. Вот. 591. Разница уменьшилась. Вот. Используем кэшбэк. Заходим, используем кэшбэк. Активируем кэшбэк. На этой странице жмем купить сейчас. Вот. Все, виза 10.47. Подтвердить и оплатить. Вот видите, у меня все работает. Видите. Какой я прекрасный. Пароль, какой-то пароль требует. А пароль какой? А, пароль я, наверное, получил? Или нет, или что? Ну что, нажимать-то, Галь? Отправить. А какой пароль-то? Ты получила пароль? Давай, пароль. А я откуда знаю? Я тоже тут делаю, у меня самой пароль. По СМС пароль. Ладно, пока остановим. Пароль отправляем. Обновить пароль, да? Ну, нам, в принципе, обновлять не надо. Ничего не обновляем. Все, нам сертификат зачислен. Вот сейчас смотрим время. 0.17, видите? 0.17.
И через сколько этот у нас сертификат появится у нас. Вот. Посмотрим наши заказы. Вот он, заказ высветился. И теперь у нашего посмотрим в статистике, что появилось. Вот он, видите, на $10 $1.05 появился. И должно появиться, короче, у второго реферала моего. Вот, 1.05. А у нас подарочный сертификат. А, да, вот он, 591. Смотрим мои подарочные сертификаты. О, он сразу нам зачислился. 19.03. Галь, смотри. Сразу зачислился, да? Значит, и тут номер заказа, а в обработке, да. Как бы он появился. Где он у нас появился-то? Мои AliExpress. Вот. Теперь в мои заказы входим. $591. Вот так. На $10. Так, время 0.19. Обработка платежа идет. Подробнее. Заказ как бы завершен. На 15 дней дается. За статистику просто у моего реферала у него должно доступно к выводу пока, а в обработке. А он у меня зачислился, не зачислился. Да зачислился, все, у моих сертификатов он есть. Мои купоны. Подарочные сертификаты. Ну вот видите, он зачислился, короче, за 2 минуты мне буквально. За 2 минуты. Вот, теперь у нас получается на счету $19. И тут мы смотрим, у нас потрачено, мы кулончик покупали за 0.97, вот на этот, потрачено было. На вот эти, видишь, здесь фиксирующий винт. Ну, в общем, вот так. Так, давайте сейчас еще закупим сертификатчик. Так, для того, чтобы не было всяких вот этих у нас ошибок, сертификатик. То есть за 2 минуты у нас сертификат зачислился нам. Вот, подарочный сертификат. Вот. Так, нажимаем купить с кэшбэком. Кэшбэк на реферала моего идет. Вот. И у тебя там показано, открой, Галя, эту вкладку. Там у тебя этот, что у тебя это у тебя появился, что Алина купила. Так, с кэшбэком. Еще раз нажмем. Активировать кэшбэк. Ничего страшного в этом нету. $10 покупаем себе еще для себя любимых. Подтверждаем заказ. Ничего не отправляла. Этот номер сейчас готовься получить, Галь. Какой номер? Ну тебе вот этот номер. Пароль. Пароль какой? А, стоп. Стоп, пароль. Давай я это. Вот так. Дай посмотрю, какой пароль. Галь. 32-82. Ну что ты диктуешь-то на этот? 32-82-95. Прямо на камеру надиктовала. Вот, опять 0.21 смотрим. Так, давайте на мои купоны смотрим. Мои подарочные сертификаты. Вот 29, видите, уже, короче, зачислено. А что в статистике моего реферала? Давайте обновим ее. А к выводу доступно, а кэшбэк второго почему-то еще не пришел. Давайте еще раз обновим. Вот второй кэшбэк пришел. Видите, то есть я покупаю и рефералу сразу. То есть получается реферал моего реферала
Вот, он покупает, у него вот это все формируется. Вот этот кэшбэк, видите, с 10 долларов 1,05 идет. Вот. А у моего это, у тебя есть эта статистика? Нет. Ну, партнерскую программу. У тебя должна высветиться. У тебя же один реферал Алина, и у тебя деньги, она что купила, у тебя все там должно высветиться. Один реферал и денежка у тебя должна высветиться. По партнерской программе. Высветилась, да, денежка? А? 0,42. Ну покажи, что не видно, что. Ну вот, видите, 0,42, один, короче, видите, 0,42, это за второй сейчас придет. У тебя, видишь, подробно. Включи его, я не знаю, как включать. Вот, видите, ну... Ну вот, в общем, видите, статистику, давайте... Что там? Что там? 0,42. Ну вот. 0,42. То есть, видите, у реферала моего 0,42, у моего реферала эти проходят. Давайте фонарик быстрее купим, чтобы фонарик-то у нас был. А то нам потом денег-то и не дадут еще, рефералы наши. Так, давайте теперь. Вот фонарик. Так, переходим по ссылке реферальной. Активировать хэшбэк. Теперь нам денежки хватает. Нажимаем, а тут не забываем выбрать, то он нам скажет, товара нету. Вот это все выбираем. Продавец нам скидки не предоставляет никакие. Ну и ладно. Главное, что бесплатная доставка до службы есть. Купить сейчас, быстренько нажимаем. Так, и теперь вот вход. И вот тут не забываем оплатить сейчас. А редактировать нажимаем сначала. Вот тут главное не ошибиться. И этого товара почему-то нету. Опять же, неправильный ход. Так, ладно. А вот тут нам выйти надо было. Мы, видите, по другим рефералам-то. Нам надо Диму же там. У него подарочных сертификатов нету. Надо сейчас войти. Войти под ним. Под собой войти. Короче, вот тут, видите, вот такая штука получается. Вот, теперь выбрать, не забыть вот эти штучки. Потом купить сейчас, нажать наш фонарик. Потом выполнить вход. Если вход не выполнен, вот сначала нажать редактировать. А вот и вот тут нажать редактировать. Вот. Ладно, фонарик тогда мы сейчас по-другому найдем. Не хочешь, сейчас мы... Неправильный ответ. Алиэкспресс. Вот. Так, ну все, вот теперь заходим в Алиэкспресс. Так, нам нужно выбрать. F набираем, у нас фонарики давно набраны. Вот. Лучший выбор где-то... Нам нужны фонарики 1200 люмен, 1200. Так, и нам нужно еще выбрать еще одну штучку, что солнечная батарейка. Вот. Привет, Дмитрий. Все, фонарик наш вот этот. Вот. Так, мы вот тут все выбираем. Вот этот. Цветовые гаммы купить сейчас. Вход выполнил я. Тут надо нажать оплатить сейчас. Без этого что ли купил? Ну вот видите, ошибка, видите. Чё это? Все купил фонарик без этого? Фонарик в моле или не в моле? Да он не в моле. Это у чего память что купил я его без этих, да? Ну вот без сертификатов купил фонарик. Ну можно отказываться, ладно, длинную не будем историю делать. Будем без этого. Ладно, будем набирать себе, короче, эти сертификатов. Нам нужно набрать на сколько? На 18 тысяч. Денег хватает, Галя? Нет? Хватало до фонарика. Мои заказы вот.
Я даже этот забыл. Активировать кэшбэк даже. Ладно, бог с этим фонариком, короче, вот, видите, тут, короче, головоломку, короче, устроили. Ладно, поехали покупать сертификаты. Нам нужно набрать 18 тысяч сертификатами. Так, теперь, значит, что, где мои сертификаты? Мои купоны. Короче, длинная история, чтобы купить это. Мои купоны, да? Мои купоны. Мои подарочные сертификаты. Сертификатами можно полностью закупку. Ну, конечно, ему может частично даже заполнить. Чё, полтинник возьмем, наверное, да, Галь? Давайте на полтинник, на 50 долларов попробуем, сколько будет идти. Ну вот, бай теперь, купить теперь. Посмотрим полтинник, ладно, рискнем полтинничком. Не забываем воспользоваться кэшбэком от EPN. Вот, на ссылку, вот, теперь мы и вот, 2958. Покупаем этот сертификат. Просто купить. Вот, оплата, видите, без пролетает. Два раза мы... А нет. Чё, цифры надиктовывай. Сорок два семь шесть. А, тут пароль опять. 2900 пароль пришел. Ну пароль мне надо. А я думала карту. 88. Ну, ты сама бы ввела. Ты же на камеру говоришь. Где? 93. Чё там? 92. Чё, мне сидеть с тобой тут? Ну, пока не наберу 18 штук мне. Так, смотрим время. 0.30. Спасибо за вас платеж. Смотрим, что там у нас с нашими купонами. Так, мои подарочные сертификаты. О, полтинничек пришел. Смотрим статистику у моего этого. Вот видите. Смотри, сколько сертификатов я. Один в обработке и 525 в обработке, видите, на 5. Ну, полтинник нормально пришел, да, по-моему. И тут вот 79 у меня, да? Ну, это же уже реальная цифра, Галь. То есть он сразу у меня обработался почему-то и все, да? Это баланс же. И у меня 2 доллара. Ну, давайте какую-нибудь попробуем безделушку с сертификатом и с кэшбэком купить. Заколебал, ты сколько денег ты на всякую хрень тратишь? Я думаю, ну нет, я потом 18 тысяч, блядь, и куплю тебе. И безделушку поэкономишь. Вот, давайте купим еще себе этот, короче, этот, как там его? А, фонарик. Ты же уже купил фонарик. Мне еще надо один фонарик. Да, сейчас мы все деньги 18 тысяч на фонарики истратим. Трындец какой-то. Фонарик. Самый маленький фонарик. И вот. Так, с солнечными батареями. Где солнечные батареи? Ты видишь солнечные батареи? Ничего не вижу, спать хочу. Вот, с солнечными батареями и самой по маленькой цене. Вот, за 81 доллар. Всего лишь вот такой фонарик. Вообще. Вот, теперь мы должны, значит, что сделать? Мы должны на этот фонарик использовать сертификат. Можно что-нибудь за 20 рублей купить. Сертификат. Сертификат мы активировали. Там теперь цвет корпуса надо использовать. Какой ты? Черный, белый будешь? Цвет корпуса черный. А нет. Красный должен и выделяться в тайге. Купить сейчас. Так. Вот тут надо, значит, вход нажимаем. Редактировать. Вот. И вот тут должны появиться, использовать подарочные сертификаты. Видишь? Вот, у нас подарочных сертификат, использует сертификат. И что это такое? 2.74. А вот, видите, сертификаты у нас появились. То есть мы фонарик можем и не покупать. Сертификаты у нас появились, все. Ладно, фонарик мы не покупаем, идем дальше. По полтинничку сейчас. Еще по полтинничку, так. Так, опять переходим к Диме. Так, мои купоны. А вот мои купоны, чтобы не было ничего. Перейдем по ссылочке, чтобы не было там...
Так, и купить сертификат. А может на соточку зарядим? Нет, по полтинничку выберем, да? Ну, по полтинничку мы сейчас выберем. Вот, по полтинничку. Вот, использовать кэшбэк. Активировать кэшбэк 10,5. Вот, 2900. То есть мы, видите, все, кэшбэк активировали. Время 0.33, купить сейчас. Так, оплачиваем карточкой. Подтвердите оплатить. Так, кодик готовим. Сюда показываем. Отправляем. Вот, смотрите, время 0.34, когда нам зачислен сертификат. Так, все, платеж успешно отправили. Смотрим наши платежные ведомости. Так, значит, мои купоны, подарочные сертификаты. Ну, вот он нам пришел, $129, видите. То есть у нас получается, что сертификаты, они практически сейчас мгновенно доставляются. Или что-то я недопонимаю. В статистиках, короче, вот в обработке у моего реферала. Вот, видите. То есть на полтинничек уже к выводу 7.35 она может выводить. Видите, денежка. Быстренько все долетает. А доступен в обработке он, то есть вот это доступ к выводу, когда уже пришел, все дошло до своей цели. Так, сколько у нас долларов, теперь посмотрим. Посмотрим долларов на балансе. 129. А нам сколько надо долларов? А нам наш телефончик, давайте посмотрим наш телефончик. Это вот моя страница, вот это. И мы должны вот это и найти сейчас. Так, ну нам надо вот набрать, вот видим, $284. Вот, поэтому мы все вкладочки, вот эту вкладку закроем. Так, и вот эту вкладку еще открыть, новые вкладки откроем. Так, и давайте по соточке теперь возьмем мои купоны. По соточке доберем. Мои подарочные сертификаты. Вот, купить сертификаты. Так, ну мы решили по соточке пройтись. Купить теперь по соточке. Так, и давайте теперь вот активировать кэшбэк. По кэшбэку активированному перешли. Так, тут нам ничего не надо купить сейчас. Код готовим. Так, подтвердить. Так, видите, у меня хорошо пароли сохранены. Мне вот это все, как бы, все помогает. В Google Chrome свою страничку создайте. Показывай. Нет. Попали мы на соточку долго. Так, время 0.39. Так, отправляем. Ну, посмотрим, соточка. 0.39, время. Так, сертификаты сейчас мы посмотрим. Так, другу $4. Так, и сертификаты мы смотрим, наши сертификаты, мои купоны, мои подарочные сертификаты. Вот на соточку, видите, он зачислен 229. Сколько там нам еще? А, мы смотрим, сколько там на телефончик надо. $284. Вот, полтинничек еще надо взять. Полтинничек. Значит, что делаем? Эти вкладочки, подарочные сертификаты, как бы закрываем. От этой вкладки, от нашего телефона открываем. И надо нам еще на полтинничек взять. Переходим в мои купоны. Так, подарочные сертификаты. На полтинничек нам надо еще догнать. Купить полтинничек. Полтинничек нам правильно, нормально. Так, кэшбэк не нажимаем. Так, видите, и соточка прошла, и на полтинничек. Активируем кэшбэк. Кэшбэк активируем, покупаем это все дело. Тут подтвердить, готовим.
Ну вот видите, как пока постепенно набьете руку, все будет у вас получаться, как у меня сейчас. Ну, еще фактор. Я что-то ничего не купил. Ну вот, уже купил. Да, где? Угу. Где он? А вот тот? Так, готовим. Ну ладно, отправляем. Так, все. Теперь переходим в мои купоны. Так, мои купоны. Так, мои подарочные сертификаты. Ну вон, 0.41 практически мгновенно. На какое число у нас? Мгновенно. На 16 февраля все сертификаты мгновенно практически. И на соточку, и все. И давайте посмотрим статистику нашего реферала. Вот. Ну вот, видим. Еще в обработке у нас на 5.25. Вот полтинник сразу ей залетел. Видите, практически. Но он еще до конца не дошел. Но он у нас уже как бы... Вот на 50-50 прошло. Сотка еще как бы зачисляется. Но пока в обработке. То есть вот это от ЕПН, короче, ИБЗ. Видите, как все работает. Вот видите, эти все деньги вернутся нам по кэшбэку. Так, ну теперь что, смотрим, сколько у нас в долларах не хватает до телефона. Так, смотрим, 279. А у нас телефон стоит 284. Нас хватит там денег еще на 10? На 10 долларов? 500? Хватит. Хватит. Значит, мы на 10 долларов еще эти вкладочки закрываем опять, чтобы не ошибаться. Нажимаем так, открываем вкладочку. На Алиэкспресс приходим, мои купоны опять. И 10 долларов нам осталось прикупить. Мои сертификаты. Бай теперь купить. Теперь сертификаты 10 долларов. Вот, бай купить. Но не забываем также нажимать кэшбэк. Кэшбэк. Активируем кэшбэк. Кэшбэк активируем. Купить сейчас. По активируемому кэшбэку. Так, и нам нужен еще маленький код подтверждения. 3000 там. Ну давай. Ничего еще нет. Возврат? Возврат денег? Пришел? Что ты набираешь? Так. Отправляем. Времечко засекли, 0.41. Тут можно обновлять, не обновлять. Так, ну теперь смотрим, сколько у нас деньжоночек. Вот видите, как хорошо с сожителями жить. 289 долларов. Все, у нас сертификатов хватает, чтобы купить вот этот телефончик. Вот видите, 284 смотрит. Их осталось две штуки. Так, ну тут у него подарков нету, да, от этого. Ну и ладно. Все, это мы, значит, все это закрываем дело. И что мы производим? 284. Значит, нам тут на этой вкладке надо воспользоваться кэшбэком. Кэшбэком. Активировать кэшбэк. Вот кэшбэк мы активировали. Нам нужен музыкальный пакет и золотой этот. Все, мы его выбрали. Мультиланч, это значит, это мультипрошивка, да, Галя? 3 гигабайта рама, 4. На данный момент это топ-процессор и видеопроцессор тоже топ. Идет цельнолитой. Кнопка, короче, не... Ну, в другом это. Все, кэшбэк я нажимал. Нажимаем купить сейчас. Вот тут надо, не забываем. Вот тут нажимаем вкладочку редактировать, чтобы воспользоваться сертификатами. Ну, к сожалению. Ну, вот тут давайте еще редактировать нажмем. Этого товара пишет нет наличия. Ладно. Вот зайдем в диалоги. В диалоги. И откроем телефончик. Ссылочку перенесем. Так. Так. Угу. Воспользуемся кэшбэком. А музыкальный пакет выберем. Так, вот одна штука. Нам нужно воспользоваться кэшбэком. Так.
Так, смотрим по заказам. Так, 3 гигабайта, 64. Так, ядро, где? Так, ядро, все это правильно. Музыкальный пакет. Так, золотая обложка. Купить сейчас. Ну, нам нужно нажать редактировать. Вот видите, что получаем. А, то есть сертификаты у нас, наверное, еще не все, короче, не все сертификаты прошли. Надо ждать, пока у нас все сертификаты пройдут. То есть мы можем на AliExpress пройти. Мои купоны посмотреть. Ну, в смысле, у нас 289. Истраченных из них 0,97. Так, а телефон в долларах у нас стоит 284. А давайте, нет, тогда не так посмотрим. Давайте, чтобы у нас было 284. И, ну, в принципе, раз в долларах показывает, значит, у нас все должно быть правильно. 284, музыкальный пакет, все выбрано, все. Ну, как же так? Вот. Воспользуемся кэшбэком. Xiaomi Mi 5S. Топовый процессор. Так, все 0.64. Все полностью, я согласен. Музыкальный пакет. Нажимаем купить сейчас. Доставка нормальная. Редактировать нажимаем. Ну что ж. Так, обратим время 0.59. Давайте зайдем на статистику нашего реферала. Ее нужно обновлять. То есть вот тут Google Chrome. Вот, видите, все хэтчбеки прошли. Один почему-то у нас завис. Завис на... Ну, надо... Ну, это не важно, в принципе. Но, видите, к выводу у него с телефона получилось вот 30. И мы свои тоже должны забрать. Вот, все. Выбрали музыкальный. И выбираем кэтчбэк. Кэтчбэк. Активируем его. Все, переход ссылки по ссылке, перешли мы. Вот. Выбрали. Так, музыкальный пакет выбрали. Одна штука осталась. Вот. Нажимаем купить сейчас. К нам лезут. Ну, те не будем нажимать. Вот. И тут нужно назначить редактировать. Ну вот видите. Этого товара больше почему-то нету. К сожалению, нету. Вот тут возникла проблема. Сейчас мы, то есть, должны перейти в чат и пообщаться. Давайте перейдем. Так, к сожалению, нет. Так, где у нас активируется чат? То есть, мы переходим в новой вкладке. Так, и переходим вот тут по чату. Вот, смотрите, куда сейчас нажимать. Чат, у меня остались вопросы. То есть тут у нас должен быть где-то чат. Тогда я его открывал в моем прошлом видео. Так, угу. Так, пойдем. Нет, сюда не пойдем. Пойдем сюда. Мои заказы перейдем.
Вот, и часто, вот в мои заказы есть часто задаваемые вопросы. Задать вопрос. Ну, тогда мне повезло, я в чате все пообщался. Нам пишем нет. Так, надо окошко расширить. Ну, не соответствует просто. Давайте подарочные сертификаты. Вот видите, подарочная карта есть. Ну и тут, видите, зачатиться я не могу. Ну давайте посмотрим теперь на моем видео, как я в чат заходил. Тогда мы, значит, что должны сделать? Угу. Кэшбэк. Дмитрий Яков. Так, и так. Ну да, вот тут она должна, я тут. Так, не забываем ставить лайки. Надо войти. Под Дмитрием Яковлевым войдем. Так. Ну вот, и посмотрим, как мы тут зачатились с ним. Так, вот. FAQ, вот, тут где-то вот будет. Вот, виза мы выбираем. Угу. До этого, еще до этого, вот чат у нас идет. Вот 17 я выбрал. Так, редактировать. Вот виза 17. Оплатить сейчас. Неудачный платеж. Давайте погромче сделаем. Вас не взимается комиссия за обслуживание. Заказываю. Как я в чат попадаю? Там, наверное, денег уже не хватает. Вот денег. На карте. У меня возник вопрос такой. Я вот вышел в чат, пообщался, все тут мне правильно. Можете посмотреть. Спасибо. Пришлось сделать скриншоты ножницами, вырезать. Все четко ответили, где, что, как искать. Короче, мужики, получается все вот так, с двойным кэшбэком. То есть мужик все мне классно по чату, там службу поддержки рассказал, молодец. Вот. То есть вот мы делаем теперь так. Службу заказов заходим, когда вот. Вот, нажимаем купить сейчас. Купить сейчас нажимаем. Вот. Вот тут сразу оплатить. Оплатить мы не нажимаем. Мы нажимаем редактировать. Вот. И у нас появляется вот такая штука, что можно воспользоваться сертификатом. Видите, как все. Ну вот, а у нас такое не прокатывает почему-то.
Ладно, давайте телефон AliExpress наберем. AliExpress. Так. Так, выйдем. Так. Так, теперь выберем телефоны. Мобильные телефоны. Так, вот мобильный. Так, вот так. У нас интересует и трех АЗУ 3, а это 64. Отсортировываем все. Так. И наш телефончик у нас должно S. Так, 178, 179, 100. Redmi Pro. Это не наш, не наш. Pro. Max, видим, Max. Тоже не наш. Mi Max. Тоже не наш. Mi Max. Тоже не наш. Mi Max. Телефон Redmi. Так, Mi 5. Mi 5. 3, 3, 3 гигабайтный. Не тот. Не тот. И на второй вкладке наша будет. Вот, Mi 5. Mi 5. Mi 5S. Вот он, первый. Mi 5S. Вот он. Доступность цветов 4. Вот, переходим по вкладочке. Давайте выберем все-таки в рублях. В рублях. Russian Federation. Сохранить. Так. Russian и Federation. Так, и где же у нас? В рублях выберем. Сохранить. Вот, 16,8. Музыкальный пакет. Так, и тут этот кэшбэк, видите, у меня поставлен. И закрываем. Нам нужно использовать именно вот этот кэшбэк. Активировать. Еще одна ссылочка открывается. Вот она. Она открылась. И мы вот тут выбираем музыкальный пакет. 11 штук. Вот 5 штук, видите, как бы 17 383. Вот, нажимаем купить сейчас, нажимаем вход. Вот теперь нас должны нажать редактировать, и этого товара нет на ключе, видите. Вот какая штука, вот такой косячок. А мы вот тут еще раз нажмем редактировать. И опять этого товара нет наличия. Все равно косяково получается. Нам нужно перейти в чат, короче. Так. А мы же не вошли. Видите, тут надо войти. Войдем под Дмитрием. Так, вошли теперь под Дмитрием. Теперь используем подарочный сертификат. Еще одна вкладка открылась. Теперь музыкальный пакет. Так, 5 штук осталось. Золотой, видите. Топовый процессор и видеопроцессор. Так, все выбрали. Так, тут посмотрели. А, бесплатная доставка есть. А, купонов нету. Так, гарантия обмена 1200. Гарантия ремонта 695. Но мы это не будем заказывать. Хотя один отзыв купить сейчас. Вот, вход выполнили. Редактировать. Вот, видите, опять пишет, товара нет наличия. Вот. Так, значит, что теперь делаем? На AliExpress заходим. Так, теперь мы должны пообщаться с нашим. Мои заказы. Задать вопрос.
Ну, не то. Службу поддержки нам надо. Нам службу поддержки надо. Вот тут вообще на английском все. Ладно, будем искать. Так, ну сразу приготовим ножницы. Ножницы Windows 10 находится вот тут. Вниз подтягиваем стандартный Windows. И ножницы, чтобы они всегда были наготове. Вот. Теперь, значит, пробуем. По кэшбэку у нас. Смотрите, сейчас. Значит, что делаем? Мы активируем кэшбэк. Активировать кэшбэк. Нажимаем теперь, выбираем музыкальный пакет, золотой. 5 штук осталось, видим. Купить сейчас. Нам нужно нажать редактировать. У нас ход нажим. Редактировать. Ну вот, видите, товара нет в наличии. Вот. То есть мы должны сделать скрины, создать скрин вот этой картинки. Файл сохранить как. Назовем картинку третья. Так, теперь должны скрин назад отойти. Вообще весь процесс этот сейчас мы вот. То есть выбираем, вот это все выбрано, и нажимаем. Это у нас первая картинка будет. Чтобы в службу поддержки мы задавали конкретные вопросы. Первая картинка. То есть вот тут мы все выбрали. Купить сейчас. Создать. Первая картинка. Вот. Так, создать. Угу. Так вот, и файл должны сохранить. Сохранить как? Первая картинка. Так, теперь, значит, купить сейчас. А, мы должны активировать кэшбэк наш. Активируем кэшбэк. Музыкальный пакет, это все выбрали. Купить сейчас. Так, вот такая картинка у нас. Создать. Вот такая картинка. Файл сохранить. Как называем? Второй снимок сохранить. Вот, переходим сюда. Теперь нажимаем вход. Мы должны теперь нажать редактировать. Вот. И у нас нет товара в наличии. Можно вот этот. У нас третья картинка создана. Но мы ее перезапишем. Создать. Файл. Сохранить как. Третья картинка. Ну вот. Перезаписываем. Так, теперь тут видите, вот тут у нас, где вот это, мы тут нажимаем службу поддержки. Вот. Онлайн-чат нажимаем. Вот, теперь выбираем оплата. Процесс оплаты. Выбираем ну давайте единый платеж за несколько заказов выберем, вот, и нажимаем онлайн чат. Вот видите, у нас все
Добрый день. Все пишем. И отправляем. Перед нами два клиента. Ну что, будем ждать? Время 1:31 уже. Вот. Уважаемые покупатели, вошли в новую современную простую использованную систему. Работки обращения на Алиэкспресс, вы можете ознакомиться с функциями здесь. Ну, пока будем ждать, пока перед нами два клиента. Перед нами один клиент. 1:32. РУ 172.59. Вот как меня называют. Ну, можете перемотать или на бустер, вот. Ну и где я должен вводить? А вот тут. Не вижу. А. Ну вот, не могу воспользоваться подарочными сертификатами при оплате. Что она сейчас скажет? Думает. Не отвечает. Не видно. Ну, будем, как мы с вами уже картинки заготовили, будем. Ну, сейчас спросит про эти вырезки. Так, наши готовы, вот три картинки, вот эти нужно загрузить, полностью их выбираем, на шрифт нажимаем, а по одной картинке, первая картинка, вот, загружается первая картинка,
Так, теперь надо еще загрузить вторую картинку. Вторую картинку. Ну вот, в принципе, может сейчас и разрешится вопрос. Дима, ну кто тут курит, а? Чё пишешь? Юрий, чё пишешь? Одну минуту. Шаки. Попробуйте, пожалуйста. Шаки. Там не будешь. Так, написали. Окей. Так, сейчас. Так, оригинал. Наш? Так. Активировать кэшбэк. Так, наш телефон 5S364, все правильно, 821, так, 5 штук, все, вот это выбрал, да? Ну все я выбрал, все выбрал, купить сейчас, редактировать. Какие там данные?
написал: опять последняя картинка, товара нет в наличии. Раньше такое было, когда цвет. Да не он. Магазин его. А где магазин его? Где? Ну, вот. Вот тут? Магазин. Thank you.
Так, хорошо. Так, ну чё, 11 товаров, да? Перейдем к корзину теперь. Что-то карт. А, в корзине у нас. Ну, он офлайн. Ладно, посмотрим. Мои баллы. Что-то два. Понятно, я тут ничего не шарю. Мои купоны. Посмотрим. Ну вот, выбрали 289. То есть вот они быстро у нас все прошли. Видите, в чате мы пообщались. Ну вот. И почему-то у нас один купон, короче. А, да, это мои, вот все, что я брал сегодня. 50-50, то есть все у нас к выводу. К выводу у меня вот, видите. А, это не у меня, вот это у моего реферала. Ну вот, видите, он, то есть мы на 289 долларов набрали. И выводим с них 29 долларов. С кэшбэком 10,5. Вот, и полтиннички, все прошло успешно. Только вот один почему-то в обработке, один завис у нас в обработке. Ну вот. Ну, что тут еще показать вам? Ну, будем ждать теперь, когда продавец появится. То есть мы ему написали. Переходим в корзину. Легко зиму закинул. Вот. Количество ограничено написано. Продавцу мы написали. Ну, почему-то написали, писали и не написали, да? Поэтому давайте еще раз скопируем. То мало ли, Ctrl-C.
Нет, не отправляем еще. Не-не, ребята. Мы еще свою ссылку на русском языке-то не вставили. Вот, теперь у нас отправлено сообщение. Так, в корзину перейдем. Так, в рублях, да, у нас высвечивается продавцу. Ну, опять. То есть мы уже отправили, мы вот его знаем, все четко. Ну, вот так затянулась наша долгая история. Ну ладно, не будем мять ничего. Ну так, ребята, смотрим. Телефончик мы за 293 все-таки рефералу купили. Долго беседовали в чате, общались. То есть в чате пообщались. И мы пришли к такому выводу. В чате там, короче, ссылку он давайте ссылку. Я в чате ему ссылку не могу дать. Вот. Сейчас покажу, где в чате ссылка не вставляется. Ну вот, по основной, когда ссылки переходишь, вот такая получается. Мы в службу поддержки нажимали. Служба поддержки. Вот. Потом, значит, что делали? Тут должно быть окошечко, но мы и окошечко я тут не вижу. Ну и в чате там, когда мы разговаривали, короче, ссылку говорит, дайте мне. А ссылку на этот телефон, вот вы подумайте. Короче, эта ссылка длинная, длинная. Вот, я сейчас вставляю, она не входит. Я им сказал, с кэшбэком она не входит. Но он со мной согласился. И теперь, короче, мы купили телефон так. Рассказываю подробно. Вот, давайте назад отойдем. Вот. То есть, ваши действия, чтобы купить этот телефон. С другими, вот с фонариками, все проходит купить. Вот, кэшбэк активируете. Вот, кэшбэк активируете. Вот, потом купить сейчас. Вот, вход. Нет. Вот. Нажимаете редактировать. Вот. И у вас вот такое окошко. То есть мне в службе поддержки высказали такую точку зрения. Нам нужно делать вот так. Вот смотрите. То есть обязательно выбираете вот эти все параметры, иначе у вас то окошко будет выскакивать. Вот. Видите? 11. То есть штук осталось. Музыкальный пакет и... Вот. У нас цена высветилась, точная цена. Вот. Мы должны не купить сейчас нажимать, а чтобы сертификатом купить у этого продавца, мы должны нажать именно на добавить корзину. Корзину добавляет и потом перейти в корзину. А вот потом еще добавок опять. Ну тут активируем кэшбэк и потом нажимаем заказать у этого продавца. Вот. И сертификаты у нас все уже пока. Тут просвечивается. Видите, нам написано теперь, сертификатов у вас нет. То есть мы должны оплатить в сумме оплаты. То есть все делается теперь через корзину. Вы должны это точно уяснить, что если вот именно вот с телефонами за 16 тысяч и Xiaomi, у меня получилось именно так. У любого продавца я выбирал только через корзину, либо заказать у этого продавца. Вот давайте теперь посмотрим статистику моего реферала. Видим, мы этот телефон заказали. Вот. Заказали. И давайте посмотрим теперь на мой Алиэкспресс. Заказал ли я этот телефончик. Вот мои заказы переходим. Видим. Вот он заказ, видите. Вот. Он 17383. Заказ у меня принят. И рефералу за него кэшбэк идет. Вот этот сейчас мы далеко не уходите. Сейчас вот эти денежки будем все переводить на карточку. Вот. И еще хотелось сказать. Вот. Так, где? Давайте перейдем, где мои заказы. 17383. Сегодня какое число? Где тут число-то указано? Вот подробнее давайте. А там число было? Короче, не могу я найти тут число. Число было тут, по-моему. А нет, 13, 8. А вот 15. Так, 15 февраля. Вот. 17383. А до этого мы его заказывали, но мы кэшбэк не могли использовать и отказались от покупки. Потом 8 дней ждали. Он стоил 17,80.
Ну, то есть на 400 рублей дороже. То есть, видите, то есть с 4 и по 15 цена упала на 400 рублей. Вот так. Ну, давайте теперь статистика покупок. Перейдем в статистику покупок. И будем начинать выводить вот эти денежки. То есть к выводу у нас досуд на $29. Он глобальную прошивку просто. Ну вот, ребята, смотрим теперь. У нас доступно к выводу от сертификатов. Посмотрите, мы набрали очень. И брали по соточке. То есть по 50, по 100. Короче, начали с десятки, потом уже надоело. По 100, короче. И у нас они быстро в течение 2 минут все активировалось. Все готово было к выводу. Доступно к выводу. Значит, что мы теперь должны сделать? Нажать выплаты. Доступно 29. Так, нажать, так, и должны, вот тут WebMoney, и мы должны карточку Visa, рублевая Visa, вот, выбрать эту карточку. Номер карты, видите, вот, двойной кэшбэк, вот, под этим видео, вот, двойной кэшбэк 28, использует подарочные сертификаты, кто может там мне помогать захочет, вот, вот мой номер карточки, Ctrl-C, так, ладно, опять Ctrl-C не получилось, то есть Ctrl-C скопировать номер карты. Копируем номер карты. А что такого-то? Дима, не надо. Так, вот, выставляем номер карты и добавляем. Так, ну теперь дальше. Ваши кошельки. Выбираем, вот тут есть ползунок, то есть выбираем Visa рублевая. Виза рублевая. То есть она у нас стоит. Номер карты вводим. Так, 42, 16. 31, 2, 0, 10. 37, 10, 47. Добавляем кош. О, видите? На вашу почту отправлено подтверждение на добавление кошелька. Минимальная сумма выплаты на пластиковую карту $50. С долларового баланса $9. С фунтового баланса 7. Ну вот. Закрыть. То есть мы должны теперь зайти на почту и... Вот, виза добавлена, и по почте подтвердить, что этот именно кошелек мы подтверждаем себе. То есть, так, все, зашли на почту свою, то есть, на почту открыли, на которой у вас аккаунт зарегистрирован, там подтвердили свое, и приступаем к выплатам. Заказать выплату. Вот, у нас, видите, 29... Почти 30 баксов сумма. Укажите сумму в долларах. А что, в долларах, Галя, указывать или в чем? Только в долларах указывается. 29. А, просто берем и скопируем отсюда. Ctrl-C. Ctrl-V. Вот. Так. К сожалению, у вас нет доступных средств кошельков. Вот так вот. Вот такая вот, видите, проблема. Ну, сейчас будем... Ребята, тут всего лишь надо было нажать, вот, обновить страницу. Вот, обновляем страницу. Вот, теперь у нас полностью установлен по умолчанию. Вот, кошелек выбран. Заказать выплату. Вот. Все, видите, появился наш кошелек. Всего лишь надо было обновить страницу. Вот, сумму эту выделяем, Ctrl-C, Ctrl-V, вот, и выплатить, нажимаем выплатить. За класс выплаты прошел успешно, выплаты заказаны на пластик отправляются в течение 5 минут, однако банк может обрабатывать платеж до 7 дней. Все, теперь сейчас будем ждать. Время посмотрим, 7.14, и во сколько мы потом сюда вернемся. Да, пришли. Ну так, ребята, 1637. Все. 1637 рублей нам вернулось. Вот. То есть выплата прошла. Возвращенные выплаты теперь нажимаем.
История выплат. История пока пускай. Но деньги уже на карточку пришли. Так что вот. Статистика. Просмотрим. Вот. Сколько тут у нас выплаты. Галя, сколько пришло-то? 1600? Ну давайте, 1637. Вот у нас было... Калькулятор наберем. Калькулятор. Калькулятор. Вот, калькулятор. То есть, возьмем по Центробанку. У нас было 29 долларов, точка и 4. Вот, умножить на Центробанк. На Центробанк. Курс. Курс доллара. Так, 57,3 берем. Так, и вставляем наш калькулятор. 57,4. 1687 рублей. Ну вот примерно по курсу Центробанка нам и выплатили. Все нормально. Вот смотри. Правильно я смотрю? 29,4, да? Ну там разница небольшая. Только единственное, что нам... Вот. И давайте посмотрим теперь, какой процент с нашей сделки. Так. 1600 нужно... Так. На 50 рублей. Доллар не додали. Ну, доллар не додали. 1637. Ну, там это не важно. Наш телефон стоит... Стоит... Ладно, да. Наш телефон стоит 17383. В калькуляторе. Давайте... 17383 нужно разделить на 100. На 100. Вот мы узнали на 1%. Вот. На 11.1783. В память можно занести. Так, и у нас 1600. Сколько, Галя? 1600 сколько? 1773. Вот. Разделить на... Сколько там было? 17 тысяч на 173 равно. Вот 10% нам практически и вернулось. Вот такая сумма. Вот видите, наш кэшбэк практически вернулся. Только по истории выплат маленечко непонятно. История выплат пока... А нет, вот все, история выплат появилась. 29, то есть нам надо было просто эту страницу тоже опять же обновить. Вот. И возвращенные выплаты. Возвращенные. Вот история выплат. 29,4 доллара. То есть 10% от покупки вот этого телефончика. От этого телефончика. От покупки вот этого телефона. Который стоит. От покупки вот этого телефона. Музыкального пакета. Нам вернулось. 10%. Вот. И еще нам вернется. И смотрим. По статистике нам еще вернется вот эта сумма. То есть она в обработке. Когда телефон покупит наш реферал, то есть у кого мы это, нам вот эта сумочка вернется. Еще. Вот и посчитаем. 1683. Вот к калькулятору. Вот. 1683 умножить на 2 равно 3666, вот с этой, вот с этого телефона нам вернут 17 тысяч. Вот это получится примерно 20%, и еще по партнерской программе. Ну в общем, и видите, суть четко, все вообще настроено. Но только, конечно, видите, вот целое начинали мы, ну, пока освоили, пока поговорили по чату, пока все время, видите, пролетело. 16 февраля 2017 год. Ну, так что, имейте в виду, то есть сертификаты мы все купили, нам все уже денежки вернулись, 1600, и вот когда мы получим телефончик, нам вот эта денежка вернется. Всего выведено 29, вот, в обработке 31 доллар еще, вот. Партнерской программы тут нету, вот. Сейчас будем посмотрим еще партнерскую программу, куда эта девушка, чей эта девушка, реферал. То есть реферал, то есть она покупает, ее кто привел, вот. Сейчас будем рассматривать.
Так, ну теперь посмотрим. Та девушка, у кого... И выходим, и отсюда выходим. С этого кэшбэка выходим у нас. Выйти. Вход совершаем. Так, у нас на букву К. Тут начинается. К. Так. Ну, войти. Ну, вот. И та девушка у нас была рефералом. Та девушка вот тут. Вот, видите? И тут 12 долларов еще висит. Видите? С той покупки. То есть, та девушка совершала покупки. Та девушка совершала покупки. А эта девушка ничего не делала. Она просто привела клиента сюда и заработала 12 долларов. Вот. И теперь мы можем эти денежки вывести. Давайте посмотрим. Они, доход находится в обработке. Да, еще находится в обработке. То есть там все проверки, если проходят, и пока мы вывести не можем. Вот. То есть. Ну, понятно. То есть нам с той покупки того телефона, вот этого оригинал 17383, вернулось, короче, вот посчитайте. Калькулятор у нас 3336. И сейчас мы еще должны еще один калькулятор открыть. Калькулятор. Калькулятор. Так, открываем еще один калькулятор. И считаем, сколько у нас по реферальной, по партнерской программе этой девушки за партнерскую программу вернулось. 12.27. Вот. Набираем 12.27 умножаем на курс доллара 57.3, умножаем на 57.3 равно 703. Вот, то есть вот к этому еще прибавляем 703 плюс 703. 703. Вот. Равно. Итого мы выведем вот денег 400. Вот. И эту сумму нам надо разделить на проценты. Сколько вот этот телефончик стоил теперь. Смотрим, сколько этот телефончик. 17.173. 173.8. Разделить 173.8. Надеюсь, понимаете, да? Разделить. На 173.8 равно. Вот, получили почти 24%. Но видите, 24% вы вспомните, когда мы покупали доллары, мы 5% отсюда откидываем. То есть из-за курса валют, что у нас вот перепада курса валют, мы потеряли. Поэтому 23 отнимаем примерно 6 или 5. 5.5. Вот. И получаем, что мы с этого телефона, вот который купили, 17.383, выиграли 17%. Вот. То есть мы 17% умножим на 1%, 173.83. Умножить на 173.83 равно. Нет, что-то не то сделали. Нам надо 17% умножить на 173.83. Ну вот. Все равно что-то не то сделал. Но получилось у нас по калькулятору плюс 33.66. Опять делю уже. Видите, уже мозг совершенно не работает. Так, надо 703. 704 наберем и прибавим 33.66 равно. Вот. Вот эту сумму мы по кэшбэку вернули. Вот с этой покупки этого телефона. То есть нам этот телефон обошелся. Отнять 17.383.
13 тысяч. Вот этот телефончик с топовым процессором. Вот. С топовым процессором. И с топовой видео. И с топовым видеопроцессором. С постоянным запоминающим устройством 64 гига. И оперативной памятью 3 гига. Ну, всем удачи. Все, пока-пока. Всем удачных кэшбэков. Так что видели, все работает. Просто тут, конечно, надо, просто если что-то не получается, просто не стесняться и задавать вопросы в чат. Все, пока-пока. Всем удачи.